Здравствуйте, получили мотоблок Кентавр МБ-2091 с электростартером. Приехал он под клиента. Доставка обошлась 8700 рублями. То есть провести его из Украины в Донецк. Чем меньше мотоблок, чем меньше объем, доставка дешевле. Минимально было от 5000 рублей за мотоблоки доставка. Сейчас чуть-чуть в разобранном виде, потом снимем, как будет тарахтеть он у нас. Пакет болтов обычно китайцы как положат. Что тогда останется? Ни хрена не останется. Ничего не останется, да? Уже считают, под расчет ложат. Раньше оставалось. Вот такие колеса большие. Стоит привезти ровно столько же, сколько у них себестоимость. То есть покупаешь колеса и столько же даешь за доставку. Маленький, конечно, попроще привозить. То есть все зависит от объема. Одели двигатель. Сейчас наживляем болты. Здравствуйте. Ты что, сразу в поле? Нет. Это уже не мы будем. Теперь подножку надо будет одевать. Ну это хоть ровная, бля, сука. Как ваше хорошо. Тьфу, добрались. Так их еще не где, чтобы горизонтально. А так удобно собирать? Не, я имею в виду стартер и это. Потому что всегда, ну, наоборот. А, тю, вин перевернутый. Блин, я не туда смотрю, а масло. Сразу глянул на щу. Я таких еще не видел. Офигеть. Все, мотоблок собран. Будем заливать масло. И на проверочку. Так, два слова скажу. Вот этот болтик, если долго у вас стоит на хранении мотоблок, сюда заливается масло, чтобы первый запуск после долгого, сказать, хранение, чтобы было уже как бы, ну, по маслу, скажем так, а не по сухому. Привозим под заказ. Обращайтесь, приходите. Так вот, 9-сильный мотоблок с электростартером помещается в Таврию. Правда, без масла. Но мы поставили так, что даже можно было с маслом установить. 10 штук. Ну, давайте 10. Вот сам клиент.